Фракция КПРФ отказалась голосовать за бюджет 2013 года. Ни за, ни против. Коммунистам не понравилось, что все поправки, которые внесла их фракция, были отклонены. Не повезло и либерал-демократам. Им также не разрешили поправить бюджет. Главное возмущение оппозиции вызвал тот факт, что все единороссовские изменения прошли на ура. Что неудивительно, больше половины парламента представлена партией власти. Демарш коммунистов на результат не повлиял. Бюджет в первом чтении принят. Правительство ожидает доходов на 16,5 миллиардов рублей и планирует потратить на 3 миллиарда рублей больше, 19,5. Такой дефицит почти критический.